Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 17 июля – богатый день. Легкая активация денежного потока. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Считанные дни остаются до июльского новолуния. Времени активации денежной энергии, когда совершенно любой из вас может усилить финансовые потоки на текущий месяц. Такая практика поможет изменить денежное положение, рассчитаться с долгами, убрать ненужные денежные утечки, нехватку и нужду. То есть, в той или иной степени она будет полезна практически каждому. Благодаря несложным действиям без особых усилий можно повернуть жизнь в лучшую сторону и начать новый лунный месяц совсем с другим настроем. Поздним вечером, 17 на 18 июля, нужно взять сахарницу, высыпать старый сахар, вымыть дочисто. Просушить и засыпать доверху свежим сахарным песком, купленным в тот же день. Внутрь воткнуть обычную ложку. Сахарницу нужно поставить на окно, которое не закрыто деревьями, из которого хорошо видно небо. И 7 раз сказать такие слова. «Новая луна подрастай, ложечка серебро да злато черпай, в дом удачу завлекай». Читайте заговор с полной уверенностью в результате. Если вы будете сомневаться, не доверять своим действиям, то никакого смысла в ритуале не будет. Эффект во многом зависит именно от вашего настроя и веры. До утра пусть сахарница так и простоит на подоконнике. А на утро перед завтраком поставьте ее на стол и насыпьте всем членам семьи по ложечке сахара, например, в кашу или напиток. Повторяйте эту практику перед каждым новолунием, чтобы ваш дом всегда был полной чашей.